О, Костя вот дорвался до халявы, во. Во, помидорчи, огурцы сбирай. Для сколько? Та ну. Вот они. Вот они, огурчики. Сколько? Да. Вот. Вот. Глянь, огурцы пропадают хорошие. О. 4 мешка возьмем, нормально. 4 мешка, да куда их девать? О. Вон сколько, ряд целый. Костя, помаши ручкой. О, сейчас я отойду на край. Да, вон, ля, тут. Это первое поле, 5 гектар, хутор Прогресс. Вот первый след, след идем, дискуем. Первый след пошли. Вот редиска, никто ее не убирал. Сейчас стоит. Вот поле целое, не убрано. Вот база Гравцова, хутор Прогресс. Пошли дисковать. Все, вот поле красное от редиски. Шестое, 04.2020. Село Отрада Кубанская. Лесополоса. Редисочка, урожай 2020. Никому не надо. Никому. Качество редисочки, пожалуйста. 25 апреля 2020 года. Лук выкидываем вот на мусорку. Еще и деньги платим. 30 тысяч рублей. Это где находится? В Москве. В каком вопросе? Из-за коронавируса. Как предпринимателем быть? Куда продукцию девать? Есть молочная продукция, которая имеет сроки определенные ограничения. Правильно? Что, выкидывать? Сроки прошли, потому что рынок закрыт. Ограничение по времени, я считаю, тоже неправильно. То есть народ выбирает, во сколько прийти на рынок, что купить. Как купить и вовремя уйти с рынка? Да, хотел бы вас задать вопрос. Как на наши рынки поставляется турецкая клубника, если там карантин? А да. Мы свою продукцию не можем просто сдать. Объяснение пускай не нам только, дадут. Не сдать, да. Наша Кубань самая богатая этой продукцией, сельскохозяйственной продукцией. Нам взяли, закрыли, просто взяли, закрыли рынок. Какая дистанция? Мы сейчас стоим. Вот люди все, стоим все люди здесь, которые находящие. Какая дистанция? Зачем? Такая просто это деградация людей. Настоящая деградация людей, общества.